человек, который и одарен, и изумительно катался в молодости. Томас Вернер. Чемпион Европы все-таки был, да? Призер. Да, был чемпионом Европы 2008 года. Выигрывал серебро на чемпионате Европы, потом золото, и вот бронзу в 2011 году он выиграл. Но вот, к сожалению, больше уже он так не катался, как вот катался. А мир вот лучший результат какого четвертое года? Место. Да, четвертое место, да, лучший результат был. Дважды он был четвертым на мире. Это давно очень было. Давно было, да. Уехал в Канаду к Роберту Эмерсону. Поменял стиль. Не самому известному тренеру, поменял стиль. И я думаю, многое произошло и в сознании, изменений, и в подходе к другому катанию. К отношениям, да. Да, и, как видимо, этот уход из родного Берсдорфа от Михаила Хута, он сказался не лучшим образом. Ну, попытка обрести себя все равно. Четверной тулуп держит, а молодец. Вот каскада нет. Тройной аксель. Ой, какой тут. Это уже даже комментировать ошибка, грубое падение. Программа Томаса Вернера в этом сезоне «Дракула». Да, очень обидно, конечно, смотреть на этого талантливейшего парня. Каким он был когда-то. Просто мы это все помним, да? Мы это помним, это изумительное катание, очень интересные, яркие, свежие постановки. А, к сожалению, сейчас мы вот видим... Даже не назовешь это провалом, потому что это же повторяется. Понимаете, повторяется, провал, когда... да, из года в год. Да, 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 повторяется, поэтому это неудивительно, что... Ну, очень много сорвало, конечно. Я ожидал, что все-таки меньше будет срывов, а все-таки много сорвало кружковой части. Если бы он сейчас попытался навернуть Хуту, Хут бы его взял обратно? Я думаю, что нет, наверное. Ну, Каролина Костен вернулась, и Михаил Хут ее. Ну, она очень быстро вернулась, понимаете, она очень быстро. Она, да. Она быстро, знаю, одумалась. Она даже меньше сезона, даже сезон, мне кажется, не катался. Катался сезон, да? Да. Вот, а Вернер уже, по-моему, два сезона катается, поэтому нет, здесь же... Что вы? Это получается третий сезон, да, уже? Да, третий сезон. Ну, уже не сезон, понимаете, поэтому есть возвращение осмысленное, есть возвращение, когда можно простить спортсмена, а три сезона, значит, ему там нравится идея. Ну, ему, значит, нравится вот так вот поступать. Ну, так кататься. Здесь же, понимаете, в чем дело? Может, он и готов был хорошо, а вот еще психология. Здесь тренер должен был еще
хорошее знание психологии, потому что настрой спортсмена, одно дело, что он делает свой тренировку, я уверен, что он тренировку он делает больше, чем показывает, а вот, к сожалению, всегда тренер может настроить на старт. Но вот улыбается, видите, значит, для него очень важно этот результат, как-то его переживал спортсмен, но вот он Томаш как-то более спокойно. My style, да, мое настроение было не таким, как... Ну, да, вот сейчас он как раз разговаривает про свои отношения, настроение. Ну, вот объяснение всегда находится, но вот хотя это становится уже рецидивом, то это уже тяжело объяснить. Вот, наверное, все-таки... Слова. Глаза, как знаете, смотрят в сторону и говорит он тренеру, а разговаривает на самом деле не с ним. Да, если он объясняет тренеру, что с ним произошло, я думаю, что тренер... Ни одного взгляда он тренеру не бросил. Да, говорит, он говорит. Действительно, наверное, Александр, вы правы, его устраивает. Интервью дает. Его устраивает такой подход к делу, который позволителен у господина Эмерсона. Да. Ростовский очень гордился Томашем Вернером, потому что он... Ну, когда он с ним занимался, программ, помните, был, какие да, были программы? Томаша, да. А какие показатели, Ростислав, с твоим? Ну, что вы это? Когда как раз в тот период он стал чемпионом Европы. Ну, жалко, конечно, жалко, но выбор сделан, что же тогда. 26 лет уже Томашу Вернеру. Посмотрим, как судьи оценили этот выбор на сегодняшних соревнованиях. 68-05. Ну все, он за очень далеко, даже. Далеко, да. Нет, он далеко. Он чуть выше Андрея Рогозина и чуть ниже Александра Майорова. 10.